На прошлой неделе сотрудники Ивановского управления ФСБ пресекли сразу два крупных канала поставки наркотиков. В первом случае был задержан организатор поставки амфетамина из Нижнего Новгорода в Ивановскую область. В кармане его куртки было найдено 100 граммов наркотика. А в минувшее воскресенье был задержан организатор поставки гашиша из Санкт-Петербурга. В его автомобиле было обнаружено 400 граммов зелья. Отметим, что оба организатора межрегиональных каналов поставки наркотических средств находились в поле зрения ФСБ уже около полугода. Следственным отделением Управления ФСБ России по Ивановской области возбуждены два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 «Незаконное приобретение, хранение и перевозка наркотических средств в крупном размере». Максимальное наказание по указанной статье – лишение свободы сроком до 10 лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей.